Нихуя себе, блядь. Всем привет, путникам интернета, с вами Никетсума какая-то, и это продолжение прохождения мода, ну, официального уже дополнения под названием Deadlight, что переводится как «Бессмертие» для The Ultimate Doom. Сейчас мы будем проходить второй эпизод под названием Ruthless. Как это переводится, кстати, я еще не знаю, но как бы в названии видео это будет уже сказано. В предыдущей серии мы были, карты, да, действительно изменились просто, а сюжет нет. То есть сюжет реально тот же самый. То есть, ничего нового, только карты. Ладно, может в конце что-то будет, хотя без понятия. Ну, в общем, давайте уже начинать, потому что я не знаю, что уже говорить. Я говорил, что на третьем уровне сложности будем. Давайте попробуем. Сколько тут противников? 23, замечательно. Да, отлично, с пистолетом против кокодемона. Ну ладно, не впервые, да, погнали! Блядь, этот еще вышел! Наверное, третий уровень сложности. О, давай, подставляй, в жопу ему стрель, в жопу, давай! С двух сторон, мы схватим. Отлично, пока сохраняться не надо. Сейчас попробуем сохранить как скорость, как это было сказано в одной статье. Не понял. А, синий ключ надо. Да, окей. Так, выходит мы на Деймосе теперь, да? Ну да, выходит так. Тихо-тихо-тихо-тихо, вот это уже плохо. А тут как раз на эфир. Нам пригодятся вот это. Лучше. Блядь! Не забываем, что здесь... побольше противников. Сохраняться, я не знаю, пока не надо. Нет, я не хочу. Ой, ё-моё. Так, вот, а это плохо. Они бесят, как они кусаются. Ну, хоть с одного удара больше. Благо. Ну все, сейчас во втором эпизоде, мне кажется, автор это подогрелся. Блин, что я несу, подогрелся. В общем, разогрелся и начал делать уровни такие более интересные. Хотя, возможно, хотя подождите, возможно, я просто взял и как бы другую сложность поставил. Вот и все. Скорее всего, из-за этого. Не, пока сохраняться не буду. Не-не-не-не. Так что? Мне кажется, это пиздёж. Да. Ну, в принципе, да. Так. Тут никого нету. Можем дальше идти убивать. Тихо! Отлично, я всех убил. 3 противника осталось. Я думаю, нам еще предстоит их убить. У меня 11. Достаточно. Возможно, это они, кстати, да. Я так думаю. Давайте всех убьем уже. Да. Кстати, заметьте, по-моему, количество патронов нам дают меньше. Если так вообще присмотреться. Да, вот это вот нам надо. Надеюсь, больше ключей не надо. Ура. Да. Где вы? А вот это тут подождите, я думал мы... Где вообще, по идее? Это Деймос выходит? Ну, судя по сюжету, будет так, Смейная аллея? Это так... Ох, хит! Сколько? 79. Плоховато. Вот, начинается уровень посложнее. Двигаться будем дальше, ладно. Открывается. Блядь! Ой, тихо. Посмотрите, сколько нам они отнимают. Капздец. Я к этому не привык. Ну ладно, будем дальше идти. Тихо. Из укрытия не буду выбираться. Пускай они сами подходят. И пускать надо сохраниться лучше. Так. Подходи давай. Может здесь секрет есть? Нет. Нету.
Ну посмотрите, кстати, небо сделано классно. Да блядь! Я за жизнь кислю беспокоюсь. Кто там? А, никого. Ну ладно. Нам еще предстоит многое здесь повидать, я так понимаю. Есть еще дополнение, кстати, вот я смотрел, перед тем, как скачивать и записывать. Back to the Saturn. Типа, что у нас за дополнение? Кстати, напиши в комментариях, какое твое... Ой, какое твое любимое дополнение? Я как буду поглядеть. Действительно. Может, Deadless? Без понятия, может, я пройду, говорю, сделаю. Вердикт. Сука ты. Я хочется взять, выйти так с угла и стрельнуть. Немного напоминает что-то звездное. Не, вот это вот плохо, я тебе ненавижу. Если не вздыхать, не сразу. Ага. И что нам предлагают? Нет. Патагоны будем экономить. Все. И что, куда нам? Сюда? Или куда? Не понимаю. Там еще... Ух ты, ёбаный, дальше! Сзади нету. Нет. Сдалека так. Блин, прикольно. А, еще и желтый ключ надо найти. Возможно, если бы я играл бы на... В таком уровне сложности, было бы совсем по-другому. Здесь пошли бы у меня... Скажу я вам... Ну, более сложноватый, что ли? Я еще никакой ключ не взял, нет. Вообще, никакой. Это что нам выходит тогда надо? Куда-то идти другое место. А, нет, стоп. Понятно. Я думаю, если... А, все, вижу. Нет! Стоп. Находим любыми способами патронок. Это не вариант просто так идти с бензопилой. Сразу говорю. Вот, уже нашел. 5. Маловато будет. Можно как-то за... Нет. Чего мне не прыгает, кстати? У меня же он прыгал за Ultimate. Фу, за Final Doom. Ладно, достаточно насобирали. Пошли. Куда там надо? Сюда, по-моему? Да. Тихо. Давайте надо уже врываться в уху. И чё? Тоже, мне кажется, уровень такой же большой. О. Кто там уже? А, понял. Сейчас повезло. Хотя походите, давай. Они же могут меня подписать или нет? Я чуть не увидел этого. Но у меня патронов нет, но я сохраню. А, не, есть все-таки 9, точно. Думаю, будет нормально. А, все, почти. Давай, бензопила, давай. Мне еще нравилось использовать в этом, особенно The Final Doom, где много противников. Понял, только понял. Блять! Пидорас! Не удам себя убить! Спасает оружие, спасает. Только зачем я это сделал? Вопрос. То есть, тут я ничего не взял. Мне телепортнуться, что ли, надо? Окей. И... Блин, я что-то сделал. Я, правда, опять не соображаю, что я сделал. Так, и... А зачем я сюда шел? А, я что-то, значит, там открыл. Блин, из-за тебя косил. Блин, голову. Там 65, все, сейчас уровень закончится. Второй. Ах, блядь, как он нас ждет там. Нам придется тогда, знаете, использовать... Да, блядь, блин.
Нет, точно кривой. Что это такое? Я не хочу вблизи стрелять, вот отлично. Нам пригодится, в общем, сейчас базука в этом плане. Да иди, вот. О, нет! Я псих, ладно, попробуем уничтожить таким образом. Не впервые, реально. И это действительно так, потому что я много раз убивал с обычного вот этого вот ружья баронада. Красный ключ, да, мы взяли? Угу. Синий, что ли, надо еще? Кто там? Я не хочу, короче, я не хочу реально убивать. Да. По-моему, мне кажется... Тихо. Нет, не сюда. Давай, отличный шанс! В бочку! Нет, почти, ладно. А, это конец был, ладно. Не, уровни реально такие маленькие. Но тем не менее, блин, я не знаю. Первый эпизод, конечно же, был... Хотя двое у меня пошло, что тут говорить. Гринхаус. Зеленый дом. Какой зеленый дом? Тун-тун. Хрена себе. Ей, птить колотить! Нет. Уйди от меня. Поглядите, сколько штук тут! Вы что, прикалываетесь? Подождите. Сколько? 71? Или сколько там? Да. Ну, с одной стороны, мне это нравится. Когда толпа тут есть какая-то, которую можно отключить. Ладно, надо уворачиваться сейчас, чтобы мне попали фаербол. Ага, отлично. Так, ты кто там? Кто там идет? Ага. Третий эпизод, мне кажется, будет ладно. А четвертый на земле. О, блин. Это по цвету шрифта было, понятно. Ну, типа, зеленая трава, удобно на земле. Четвертый эпизод будет вот таким. Хотя, блин, я хотел бы, чтобы сюжет здесь был по-новому. А здесь он как бы... Это то же самое, но отличие лишь в том, что... Ой! Просто новый дизайн. Да, новый дизайн, новый. Так, теперь... Не. Нельзя наверх, я думаю, наверх можно. Я не думаю, что сейчас уже конец, потому что 29 противников. Это не то. Тихо. Блять, козёл, кто? А кто мне свинул? А, ты? Откуда он взялся вообще? Дядя, откуда? Ага. Я понял, сейчас вам желтый ключ надо найти. Короче, понятно, сейчас еще дофина противников будет, я вот чувствую. Так, и? Что я сейчас открыл? Бессмертие, отлично! Ой, вот это вот мне нравится уже, давайте так сделаем. Блин, а вот это вот мне нравится, кайф-кайф. Кайф-кайф-кайф. Главное сейчас, знаете, сердце носить вовремя. Знаете, как быстро, ладно? Как и демоны, в том числе, я сейчас могу. Сколько их-то? Они спавнятся или нет? Блядь! Ёбан, мне насрать! Сохраняемся. Ну, я всех убил, кстати. Можно уходить, я так понимаю. Или нет? Нет. Я вообще ничего не взял. Ребята. Что это такое? Тебе повезет, ты с пистолета. Да, у них есть более мощное оружие. Блять, попался все равно. А что дальше-то? А. Это надо было сделать. Я надеюсь, никого там дальше не будет. Кто меня будет ждать? Не, никого нету, слава богу. Нормально. Так. Ну что, пожалуй. Все. Я надеюсь, у меня тут не обманут, что это секрет. Новый уровень следующий. Не. Нормально. Я пока компот попью. Вивулент. Звучит как глупое имя, кстати.
Так, рядом никого нет. Ну, в общем, да. Я не понимаю, реально. Это не ад какой-то. Где мы на 9-м кругу ада? Кто читал Божественную комедию, тот поймет. Кстати, хочется мне прочитать Божественную комедию, но дело в том, то, что я... Сколько там времени? 15 минут уже запись. Я не смогу ее прочесть по одной причине. Я не пойму. Мне надо будет лезть в интернет и узнавать, что же Данте Альгьери хотел нам сказать. Я думаю, это... Не только у меня такая проблема. Не зря это взял, ну ладно, сейчас нам надо идти дальше. Сука. Нет, так не пойдет. Я взял костюм, значит надо прыгнуть. Верно? Я неправильно сделал. А что надо? Ладно, костюм дополнительный у нас есть. Если что, поэтому ладно. Это что вообще значит? Телепортатор или нет? Да не, вряд ли. Как-то я задавался уже таким подобным вопросом ранее. Так, а тут нам... А, все, понятно, сейчас мостик будет, тому подобное. Штуки. А, нельзя, блин, я думал, можно. Кстати, похоже на кабинку из туалета, мне кажется, дизайном похоже. Ну что, теперь назад идти надо. Я не думаю, что мы ладу. Я вообще без понятия, где мы. Но по идее, если верить по заставке последней, то мне кажется, мы будем ладу. Хотя посмотрим, может, создатель изменил что-то. Так, спасибо, и что дальше? Что он... А, такое ощущение, как будто я сожрал, кстати, красный череп. Отличный шанс, что стоп. Он же может меня слить, или нет? Пили. Ну, жизнь у меня не так много, но ладно. Не понял. Вот это прикол. Я думал, он сдохнет. Глядит он. Попробуем пробежаться. Зря это все делаю, наверное. Давай, миленький, давай, блядь. Не, зря я все-таки я сделаю сейчас нахуй. Это плохо, это. Блядь, повторите мои ошибки. Зря я это сделаю. Блядь, тихо. Что происходит? Я просто реагирую на происходящее, я не думаю. В принципе, в думе надо думать, наверное, все-таки, ладно. Стоит признаться. Ну что, теперь базуку убираем. Все, короче, идем назад. Иди. А хотя зачем? Блин, эти козлы будут мешать. Надо как-то от них избавиться. Главное, чтобы этот не подлетел. Отлично, все. Ну, нормально. Я так и знал, что здесь кто-то будет. Ну, блин, это дом, ё-моё. Когда проходишь уровень, ну, почти проходишь уровень. Там в конце кто-то да и стоит. Repugnant Gardens. Какие-то сады. Ну, оно и видно, здесь растительность. 60. 5-й уровень. Что для этого моду как-то... Ой, все идет. Я уже чувствую, осталось после такого эпизода, где... Ух ты, блин. Я имею в виду на первом эпизоде. Что выходит? Здесь много противников, какие-то много несложности. Добавлять ли мне, когда будет проходить третий эпизод? Ну, наверное, да. О, тихо, я туда пойду. Тихо. Кто здесь? Они должны меня стрелять. О, как здесь. Здесь уже что-то попахивает трудностями, кстати, заметь. Дизайн мне нравится. Ну и не шедевр. Блин, думал, два слова уже обрадовался, не думал второй. А то есть обязательно что ли делать, вот допустим, хочу сделать мод для Дума. Мне что, обязательно делать, допустим, уровней столько же, сколько это было и в оригинальном Думе? А если я хочу, допустим, уровней сколько делать?
А хотя не. Сиджил-то один эпизод. Здесь, наверное. А, это секрет. Замечательно. Так, это я не люблю, но попробую. А, тут и надо такое все сделать. Все, мы все взяли, так теперь куда мы идем? Я так по. Нет. Кто попройти? Тут глюч. Я не понимаю тогда, что открывать-то надо. А, это? Ладно, окей. Хотя не знаю, что-то уже скучновато немножко становится, по идее, когда проходишь. Посмотрим, я думаю, нас развеселят дальше. Возможно, дальше будет лучше. Это пока первое впечатление. Первый эпизод как-то был охрененным. Что, он не опускается? Серьезно? Ну ладно, это вода, если что. Значит, можно опуститься. Так и что? И все? А что дальше-то? А. Стоп. Сохранюсь на втор... на всякий случай, два назову. А приги. А приги нас они не знают. Стоп! Я что-то не нажал, что ли? Я в этих местах не был. Или был? Не, я не был. Если автор сделал, мне кажется, здесь надо побыть. Мне напоминает сейчас какое-то место, которое как-то сделано край третий. Как-то мне возможно, я обрежу. Мне так кажется. Я надеюсь, я правильно иду, да? А не за дополнительным там жизнями, поисками, мне это не надо. Здесь это основной путь. Я правильно иду. А, нет, стоп, нет, я не согласен. Как бы взять-то? Одну? Окей. Я тебе тупо отмазал, нет. Что мне делать? Припасы, жизни. Так, 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 так. А что делать-то? А, это то же самое ме... Стоп. Тогда стоять. У меня вопрос такой. Я, возможно, промедлю, ну да. Тихо-тихо-тихо-тихо, не позволяйте мне умирать. Тихо. Так, ну у меня же ничего нету. А, есть все-таки. Пиздец, почему я с первого раза умирать? Иногда нет. Кто там уже? А, вы невидимый ход! Я так понимаю, это мозг был, да? Или что? Надеюсь. Нет? А чё? А, нет, всё есть. Нормально. Бой! Уходим, 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 уходим. Тихо. А куда там надо было идти? Блин, вроде как-то маленький. А. Все. А, ну все, да. Сейчас мы пройдем этот уровень. Уху. Явно здесь кто-то есть, блин, ё-моё. Как я говорил в прошлый раз. Тут... Кто-то дыбует. Так, следующий уровень какой? The Mad Mistress. Чё-то они стали какие-то, мне кажется, скучноватые. Ну ладно, давайте дальше походить. Вот я вообще занимаюсь прохождением уровня. Нет, сколько уровней, это ясное дело. Обалдеть, блять, обалдеть мне 3 часа. В принципе, как и прохождение дуба оригинального.
Да дело даже не в этом. Дело вот в чем. Так, сюда. Дело в том, что уровни здесь короткие. За 3 часа, возможно, конечно, реально пройти, а может и поменьше. Но мне кажется, что я пройду где-то за 4 часа. За 5 минут. Я не знаю, у меня сюда блядских пуль! Давай, мочи! Охренеть. Ладно, я все равно сохранюсь, потому что там жизнь. Я хотел сказать то, что оригинальный Doom я могу побыстрее пройти, потому что я знаю, куда туда, там идти. А это для меня это дополнение вообще новейшее. Поэтому как бы понимать нужно. А это что? А, 5? Иди нахрен как один, серьезно. И все. Есть. Так. Давай. Я надеюсь, не буду стрелять. Не буду стрелять, отлично. Так. Это шестой уровень. Это мост, значит. А, все, мост. Активировали. Ух ты, блин. А мне же тут жестко ранили, кстати. Ой. Да блин! Теперь синий ключ надо. Но синий ключ-то я вижу. Это должно было случиться. Не думал, что я сдохну. Патронов где есть еще? Ладно, я была кренделя убрать. Сохранюсь. Блин, небо красивое есть, на самом деле. Вот подсветка это. Мне нравится. Возможно, я еще одного не убил. Я насколько помню, там один еще был. А, нет, он сдох. Я не скажу, сука! Ну так ей надо. Где мы давай сдохнем? Ага. Блин, у меня 47 жизнек. Аккуратно. Блин, ёба! Так, нам тебе реально пригодится это вот это... Козёл. Где-то 5 штук, да? Я не считал. Так. А здесь я так понимаю... Мне эта комната реально очень нравится. Ах ты сучка! Блин, а у меня же нет ничего. А, есть. Не, есть. Два раза, ну два раза это хрень. Поэтому ладно, я убегу от него. Тихо, нет. Ты нахрен, если тебя просрал. Добрый голов. А можно дальше идти, посмотреть, что здесь? Едь, красный тебе надо. Не знаю, где красный находится. Здесь меня не убьют! Аккуратно. Откуда они все идут? Да! А, их двое! И у меня две жизни. Блять, пиздец какой-то пошел, стойте. Честно. Стойте, сохранить. Да, стойте. Жизни есть. Я как-то не заметил здесь. И у меня выходит. Да ё-моё! По-моему, надо их убивать. Двое! Да ну, нет! Сейчас я патроны не израсходуйте, слышу. А ну, ходи. Ладно, я сохранюсь, а то 100 лет буду их убивать, серьезно. 12 жизнек, неважно, я думаю, ладно. Жизнек будет полно здесь, я считаю. Короче, открывай быстрее. Ага. Так, а куда нам надо идти? Вперед, да? Ага. Тут нету.
Ха-ха, блядь. Хотел только сказать, никого нету. И взял Берсерка. О, тихо. Хорошо, что это все рядом находится. Шел ты, шумата. Я так понимаю... Хуя врагов будет. Да хрен вы с этими... Стреляет же этот. Врежь ему, да, врежь. А сейчас мне надо как демона врезать, хорошенько. И их там много, поэтому... Ладно, сейчас. И что, мне можно идти? Я правильно все делаю? Давайте логически думать, я сейчас телепортнусь, и меня могут убить, поэтому знаете, что делаем? Я предупредил, ладно, как лапы все же. Блять, я же сказал. Ну ладно. Я их убивать не буду. Да, тут боезапаса мало, я заметил, на таком уровне сложности, в принципе. Эксит. Блять, кто-то явно есть. Все, я тебе, я... Все, на каждом, в общем, на каждом концовке уровня есть кто-то, ну, серьезно. Думаю, кибердемон будет. City of Call. Ептить платить. Сколько противнику? 93. А это как-то немноговато. А вот тут дизайнуза немного способна, кстати. Заметьте. Вот это работа. Так, стоп. По-моему, это один из лучших уровней будет этого дизайна. Но еще мне надо посмотреть на Е2М8. Кто там бегает? Кого-то я не знаю. Есть, кстати, мод Blade of Agony на Wolfenstein. И там есть русская локализация. А если попробовать мне в неё сыграть? Это попозже как-нибудь. Всё-таки. Так, и что? Бочек тут много. Город какой-то. Я нихуя не понимаю, где я нахожусь. На Дэвисе, что ли? Тихо. Стрелков всех убил, давайте. Они мне на мне мешают. Серьезно, они будут нам мешать по прохождению дальше. Так. Тихо, тихо, тихо. Здесь нам пригодится. Ой. Блять, не хотел я этого убивать, ну ладно. Блять, да кто? Наверху кто-то еще там, явно. Давайте это убьем, вот кто нам мешает. Заметим лаву. Ну мы в космосе каком-то, не в аду. Ну я не могу в это поверить. О. Нужно таких много не сложности иметь. Теперь официально играть в Doom. Потому что это на данный момент не сложно. Так, и... А, 50-ку убил, все. Ну, как бы меня это успокаивает, то, что тут чуть-чуть. Ну так уж на. Red Key. А как я возьму тебя Red Key? Интересно же. Ладно, сейчас по пути. Узнаем. Ух, блядь. Сзади я... А, сзади явно никого нету, ладно, тогда. Так это что выходит? Какое мясо вообще? Блядский дом! Я надеюсь, я правильно поступлю. Они не все плохо. А мне кажется, автор вдохновлялся немножко 2016 года. Ну, прям красиво все выглядит.
Ну и как-то это напоминает именно Doom 2016 года. Что там сделано? А. Ага. Ну окей, чё, блин? Давайте дальше, давайте. Отлично. Что нам предлагают? Пойти дальше. Синий ключ. А, синий ключ, он же здесь. Вот это я запрятал. Что-то я почему еще смогу? Когда увидел зомби. К чему? Ну не знаю. Мой мозг повернут не в ту сторону был сейчас. Так, и что у меня? Не прыгай тебе что? Нахрен на сюда шел куда? Может там что-то нажать надо? Нет. А, стоп. А что тогда надо было? Так, я не понял. Это нам надо туда? Пока я не понимаю, как идти конкретно. Возможно, здесь что-то надо нажать. Здесь редкей надо, само собой. И как попасть? Хотя ладно, окей, может как-то и можно попасть, может я распиздяй сейчас в данном случае. Еще раз сохранюсь. А может это с другой стороны? Хотя с другой ничего не выйдет. Я не понимаю, я сейчас стрельнул в пол и звук был, как будто у него стреляли. Ну, демоны. А, казак. Нет. Явно бесполезная трата. Так, а к чему бы это? Это если я упаду или что? Бесполезно. Тогда вопрос, что делать? Алло. Может тут рычаг какой-то есть? Я не видел. Блядь, да ладно. Сложность в этом моде. Что, мне уже А, стоп. Незаметная такая хрень. Ладно. Блядь, вот это вот не надо. Не надо. Куда дальше двигаться? Желтый ключ. Вы помните, куда его надо засовывать? И где-то ви. А, сюда и надо. Знаете, я буду его использовать все-таки. Так, красно. А, ну все, мы сейчас пройдем. Эпизод такой тогда тоже. Да, я пронайду. Ага. Да-да-да-да-да. Ой, как ты задрал! Пойдем, он бесит. Это один из бесящих персонажей, мне кажется, в Думе. А как вы считаете? Пишите самого бесящего персонажа в Думе. Да, я как один вас. Сдох? Сдох. Блин, да вы что, издеваетесь? Мне кажется... Блять, я в Думе не люблю, когда я стреляю... потолок там, что там, стенку... Мне нравится еще как крокодил, когда убиваешь. О! Это изи. Ну, сейчас там кто-то будет, тут явно, я уверен. Блять, я не удивлю. Не, я не хочу убивать, если честно. Я да, мог их всех убить, но а зачем? Какой смысл? Юкс. Герцоги, типа. Или как это переводится? На один, если что. Еба! А! Их двое! Ты это не шелести особо! Еба! Реально!
Кобздец! Как одел он еще этот, блин, у меня, который бесит. Я телепортнул сюда, выхуй. Так, вести, вести. Нет, не туда. А как бы мне... Не, мне надо сначала одного замочить, как бы. Сейчас только... С первого раза! Где-то ты нахрен. Подождите, с одной стороны, что ли? Блять! Урод! Скорее стрелируется с этими, короче. Я готов идти. Все, на этом можно сохраниться. Сейчас, сейчас, конец. Мне сейчас понравится эта карта, все. Не надо было ж тебе, да? Обязательно? Козел. Сейчас тогда подберем патрончики. Блин, да как это хоть зашло-то? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну если б не этот еще сзади. Короче, надо как-то скрыться, чтобы он не задевал меня. Как-то так вот надо. Я падаю. Назвали бы до хера кидать мне на хуже. Я видел мод, где реально до хера. А ты сдохнешь, тварь! Автор молодец, кстати, что сделал. Ой, да, с пистолет. Я сделаю себе хардкор, я сохранюсь. Все, по идее, не должно идти в доход. Отлично! Все, один сдох. Меня залагало. Почему-то в дыне. Так. А, и последний остался, но я его так просто не убил. Он сейчас телепортнется, да, я так понимаю? Или как это произойдет? Да. Именно. Слышу твои шаги. Все, сейчас сдохнешь. Тихо-тихо-тихо-тихо. Козел. Ой, сука. А с какой стороны я запутался? А, с этой. Я надеюсь, на третьем эпизоде не будет много тебе пауков. Пожалуйста. Я еще на третьем уровне слушаю, кстати, игра, не забывайте. Но пока идут дела нормально. Не жалуюсь. Блять, мы... Не должен он меня убить, он правда сейчас не должен. Тактика понятная. Значит, буду ее придерживаться. Он еще не зло. Я удивлен. А, у меня 33. Понятно. Нормально. Давай, уходи. Сука. А, одна жизнька. Неважно, неважно. Сохраняемся. Да, я немного больной на голову. С одной жизни сохраняться я всегда так делаю. Вот тут надо реально сохраниться, пока как раз уже пошел. Вообще первые вижу, если честно, вот эту символику. Картинку. Обычно здесь бомбара надо, по-моему, нарисован. Да ебать! Ой! О, одновременно сдох, я, значит, одним ударом труп. Я по без комментариев. А хули он не сдох? Если тогда с одного раза. Где ты их мог убить? Так, пробую, пробую, пробую. Да как он меня попадает? Я же отошел. Или возле стенки был. Это что ли все сработало? Возможно, кстати. Ну и... Блядь! Да как?! Да как он меня взял и убил? Как он мог меня задеть вообще, в принципе? Инвалид, иди сюда! Блять, я его не убил еще. Не, сохраняться не буду.
это как-то позорно для меня будет. Блять, да! БФГ нету, только это. Хотя подождите, пошел нахуй, сейчас я кое-что сделаю. Ну, злоб? Нет? Не знаю, может этим его убить. Попробуем. Почему бы? Мне вот дизайн кибердемона прям реально нравится. Ура, мы его замочили. Ну-ка, тут это то же самое написано, что ли? Final Chapter Doom. То же самое, реально, то же самое. Прям реально то же самое. То есть конец однозначно будет. Ну что могу сказать, этот эпизод, конечно же, был потруднее в связи с тем, наверное, еще то, что я его проходил на повышенном уровне сложности, я так считаю, да. И, ну, как бы, наверное, да, в этом сложности заключалась. Я так бы побыстрее бы прошел бы. Но, тем не менее, второй эпизод... Был такой своеобразный, мне понравилось. Вот эти вот, знаете, небо вот это вот голубое. Ну как небо, мы в космосе, я имею в виду. Поэтому, как бы тут выразиться... Ну реально интересно, мне понравился вот этот эпизод, как он выглядел. Я так понимаю, сейчас мы будем в аду. И тоже будут короткие уровни. Ну ладно. Вот кибердемон, блин, не знаю, он был... Нет, не сложно, короче, нет. Брать не буду, можно его пройти с легкостью, даже на третьем уровне сложности. Это я немножко повозился с ним. А так, в принципе, уровни короткие, дизайн нормальный, мне понравился. В общем, все мне понравилось, пока не сказать, что там... Ну, немножко было скучно на середине, но мне всегда на середине скучно. Ладно, встречаемся в сре... Твою мать, не могу выговорить. Следуй... Даем... Встретимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. С вами был Никитсона Какая-то. Всем удачи, всем пока. Это был Doom Daedalus. Скоро будет третий эпизод. И мы посмотрим, что же нам преподнесет автор в свой мод.